мокрый снег и гололедица. В Приднестровье на эту ночь штормовое предупреждение. Прогноз от главного метеоролога страны. В целом на неделе настоящие погодные качели. То минус, то плюс. На дорогах гололед. Это влияние мощного циклона над севером Европы. Циклон, его перемещение, его подвижки небольшие будут очень значительно влиять на наши погодные условия. Вся неделя будет то минус, то плюс. Причем от хорошего плюса в хороший минус мы тоже будем перебегать. Для нас такая зима вполне, как бы мы от нее отвыкли, но тем не менее это наша молдавская зима. В четверг днем молдавская зима выдаст весенний +5, ну а потом опять холод.